Хиллари Клинтон поддержала импичмент Дональду Трампу. Ранее Конгресс США начал процедуру отрешения действующего президента от власти. Парламентарии решили призвать главу Белого дома к ответу и показать, что никто не находится выше закона. Поступки, совершенные президентом, самым серьезным образом нарушили Конституцию. Особенно, когда он говорит, мол, вторая статья утверждает, что я могу делать все, что захочу. Процедуру импичмента демократы запустили после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Согласно данным расследования, президент США убеждал украинского президента расследовать деятельность в Киеве семьи возможного соперника Трампа на предстоящих выборах Джозефа Байдена. А в обмен на это якобы предлагал Зеленскому военную помощь. Официальный Киев уже заявил об отсутствии давления. А сам Трамп о возможном импичменте узнал от журналистов и обещал предоставить в ответ стенограмму разговора. Это просто продолжение охоты на ведьм. Беседа была идеальной. А вот что не было идеальным, это звонки Джо Байдена относительно его сына. Тот получает миллионы долларов от Украины и Китая. Вы об этом не говорите, это позор. Но хорошо, что избиратели это понимают. Кто-то скажет, что это хорошо для избирательной кампании.